Да. Я встаю. Можете потихоньку ковырять. Это у нас один на пол, блин. По кресту. Так, первого дракона пропускаем. Идем дальше. Петов уберите или диспыльните с них. Они же захиливают. Луки, это вас касается. Черепа заехали. Народ здесь точечно играется, ну какие лужи, ну ёберный театр. Блять, по меткам играйте точечно. Ты забыт, может потанчить. Поиграть. Возьми его. Должен был зайти. А Хант куда делся? Ушел. Стойте здесь, стойте здесь. А да и ты куда уделся? С-под морды уйдите. Сейчас Димон нам затанчит и забьет. Я уже боялся, что танков нет, придется здесь навар. Че бы хила? Был бы ништяк. Всем привет. Привет. Здорово. Блин, ну специально метку черепа поставил. Для кого вот? Док, блин. Жалелка.
Хочу проиграть. А чё, если ты дамажишь, что ты тыкаешь что-то другое, ты можешь выключить хилбот и тыкать, выставить кнопки хила, да? Или там щита на панельку себе, и выбирать людей вручную. Ну тогда не жалуйся. Блин, поставил метку. Пейте самую метку. Ну, зачем вы меня напрягаете, блин? Почему я должен это говорить, чтобы вы не били кого-то, блин? Я не паладин вам, чтобы всех собирать. У нас на пол всего один, чтобы что-то бить. Вот так вот пачкой. По черепу точечно играйте. Так, того я не выбрал, нет. А нет, не того. Про. По кружку сыграйте. Немножко промазал. Да пусть бьет, вообще пофиг. Он Элизабет потанчит. Шкаф ставьте. Так, докс на шкаф. Ухо, чё стоишь? Бяги. Новая морда села там. Выкинул его. Сейчас зайдет. Я расставил рыбу. Нет, да лучше пухи.
Арсел, а зачем ты в танк спекнулся? Два танка есть. Два ДК. Здорово всем. Что, собрались? Мы стартуем или что? Сейчас этот ДЦшник наш куда-то офнулся. Блин. Темная грань не лучше паладину. Паладин очень много имеет силы. Темная грань на мишку заебись. Да. А можем мне сейчас без там локом, например, чтобы я 4 тела хилил. На блоке были что ли? Не, мы это психанули, что-то у нас не получилось. Мы были, посидели там, повайпались и ушли. Или к хилам пати хилов захиливают. ШПшника можно в пати к хилам, например, хилов захилить? Да, без проблем. Помешались на этом ульде. Сначала твинков одеть нормальных. Потом уже в ульду идти. Вон хант. На пульт. На ловушке хочет поводить. Эти, на глуке. Ни разу не водил, кстати. Я вообще хантом первый раз играю. Ты биг бол? Да. Где шелуха? Там просто кидаешь ловушку под ноги. Да, у него что-то интернет тупит. Не может авторизоваться. Так, а ОСТ я закрыл 25. Понимаю. У нас, если что, ОС, ОК, НАКС всегда по выходным. Чё, мы... ОКВ? Окей. На этой неделе. Чё, мы не заебашим так, не? Заебашим, нам нужен хил еще один. У нас 3 хила, не очень хорошо. Ладно, Войд, давай в холи приста и погнали. Не зря в пятую пати закинули. Да. Чё-то капец. У тебя шаурма есть? Ману порегенить. Угу. Ну все тогда. Судьба, судьба. Так, Элизабет на сарте. Ебать, зашел. Че, обратно? Давай обратно. Что у меня там случилось? Нормально все? Смотри, я сидя спек меняю, блядь. Нормально, ты считай, меняешь, как красавчик. Мастер смены спеков. Сейчас, погоди, переоденусь. Так, все готовы. Ализа, буляй. Пошел ухи крест, все остальные туда перебегаем. Пуляй. А что-то у меня хп мало, почему у меня 30-ка?
На два дракона. Так удобно? Ай. Да не, нихуя не удобно. Хуёво вообще. Хвост прям станет. Нет, весь рейд. Туда дальше проводи. Близко стал, ладно. Да не сливайте вы в пламя это свои кдшки. Че еще и улетел, да? Эй, молодец. Так, я сейчас стаунчу его. Пускай он выйдет, улезает тоже стаунт теперь. С палки побью, бля. Внутри нихуя с палки какой даю. Лава, сейчас опять улетишь. Блять, смотри, за лавой. Он туда сюда. Так, падает дракон. Ковыряем дракон. Отставил лыжу. Служу, уйдите. Лица идет. Сань, что у тебя не получается? В РДД лужа. Той же. Второй дракон. Где радач? Оттуда же. Сейчас опять улетишь. Все, ковыряем босс. Сейчас опять улетишь. Вот так вот он вертеться не должен, он может дыхнуть резко в этот момент, а у него фрейм криво работает, из-за чего он может дыхнуть в рейд. Поэтому ты должен уворачиваться от этой волны. Там ПВП, сэр. Ну пофиг. Стена посередине. Как-то волна странно пошла. Вообще одна волна такая. Из-под морды уйдите все. Из-под морды уйдите. Кто тут стоит? Уйди, уйди отсюда. Волна с лица. Миники, вам достаточно перейти на другую сторону, чтобы вас не откинуло, когда я иду с лица. Элизабет, собираю лавовых этих монстриков. Который гуляет. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Что даже волна кривая работает, блин. Ну что-то поменяли. Львов, Дейрус. Ух ты! Ну, по шкафу какой-то викилот упал. Да. Ладно, всем спасибо, я пойду лаву пилить. Ну, давай. Удачи вам. Блин, у меня здесь прав нету. Твою мать. Ну давай мне тогда лутера. Сейчас, подожди. Блин, сказал бы. На этого был. На займе был. Скинул бы тебя. Да, сейчас зайду на шамана сделаю. Да, я забыл то, что, блин, тут убрал. Ну, в принципе, я тебя до РЛ я тебя поднял. РЛ может начислять. Да. Так, док, что, уже из инста вылетел? Кто вылетел? Док, блядь. Как тебе дать хрен бы его знал? Да у Дога, так, сука, 4 есть, Накса тут раз залутал. Заебал он уже лутать, давай мне. Если это про перчатки. Что мне показалось, или дракон еще шевелится? Шевелится, конечно. Он как рыба. Ты поглуши его по голове. Сережа, на башка никому не нужна. Ну чё, нахуевая на ретрика или заебись? Так-то норм. Лучше сейчас хрен добудешь. Так, перчатки, тут ты и я только. Уступишь? Конечно. Так, ну и долго осталось, но я ему сейчас кинуть не могу. Ладно, иди в Накс. Док, а у тебя что, нету 4 кусков, что ли? У тебя же вроде есть. Док, у тебя есть или нет? Что там у тебя? А, ну ты апнуть хочешь?
Так, а вот это у тебя вообще нету? Никак? У меня тоже на ШП 200. Ну пускай берет, хули. Сейчас в этом в Наксе, надеюсь, уже ролить не будет, но за прошлый Накс все унес там, да? Все 4 куска, по-моему. Может, что выпадет?